Ой, ну, всем доброе утро. Я сейчас нахожусь на месте преступления. Это преступление совершила я. Короче, у меня сейчас в зале просто хаос. Вот, сейчас я вам сниму его. Вот, это просто хаос. Тут стирка постирана, высушена. Вот, тут, значит, вещи, тоже настиранное белье. Для стирки тоже отложено. Ну, короче, как вы видите, просто пипец. И до идеальной хозяйки мне очень как далеко. Вот, но сейчас поставлю камеру со штативом и попытаюсь поснимать, как я буду убираться. Еще, конечно, в идеале я бы сегодня хотела перебрать вещи. Вот здесь, в этой стенке, здесь полно всего. Эту стенку, конечно, уже саму пора, как выкидывать, но не до этого. Сейчас бы ее перебрать и помыть стекла. И было бы вообще идеально. И тогда можно сказать, что на карантине я сижу не просто так. Вот. Перебрать тут все, посмотреть, книги сложить аккуратно. Вот. И мусор. Я даже пакеты приготовила. Вон. Огромные, по 120 литров. Вот этот огромный пакет, его нужно выкинуть в тайне от Димы. Еще надо выкинуть в тайне от Димы, пока его нету. Слава богу, ролики он не смотрит. Вот эти старые подушки от дивана. Вот. И вот этот старый плед надо выкинуть. Вот. И что я всегда хотела, помните, у нас был скандал из-за этого стула. Вот стул. Это строительные какие-то инструменты. Их тоже нужно разобрать, посмотреть. И для начала их нужно сложить в Димину комнату, а там уже потом приступить к Диминой комнате. Ну, короче, что? Ставлю штатив. Вот. И приступаю к домашним делам и обязанностям. Я надеюсь, в конце этого ролика я смогу себя похвалить. Вот я включила первый канал, там пока идет доброе утро. Сейчас 7 утра, я проснулась. У меня, кстати, самая большая продуктивность у меня лично, это до 12 дня. Так что если убираться, то, конечно, сейчас. Вот. Ну, а я в домашнем луке. Вот. Ой, ладно, я надеюсь, я как-то смогу все это снимать. Вот. Сейчас я посмотрю, чтобы комната вся была видна. Вот. Вот так вот все видно. Я буду сейчас убираться и все это буду показывать. Так. Я когда искала место для картины, где будет висеть моя картина, вон она висит, вон мой портрет. Я снимала вот этот подарок. Это нам дарили часы, они, к сожалению, батарейку надо поменять. Вот, и мне теперь предстоит одеть их вот на эту стену. Вот. Как я буду это одевать, фиг его знает.
одежда у меня чистая, нечистая. Нет, это в стирку. Так. Ну, уже как-то картина обрисовывается. Она у нас уже не рабочая, вот, и поэтому я ее выкидываю. Сейчас. Капсула экспресс-форма.